Краевые субсидии, направленные на развитие территории Ставрополя, начнут работать уже в январе. Об этом говорили сегодня на еженедельной планерке в правительстве региона. Губернатор Владимир Владимиров поручил руководителям министерств и ведомств предусмотреть распределение средств среди муниципалитетов еще на стадии формирования бюджета региона на 2019. Субсидии должны поступить в январе, чтобы их могли использовать для содержания, ремонта и строительства объектов инфраструктуры в городах и селах. За 2 года объем средств, выделяемых на эти цели, вырос больше, чем в 2 раза. В этом году в территории направлено более 10,5 миллиардов рублей. В следующем сумма увеличится еще на 1 миллиард 800 миллионов. Задача стоит уже в январе, чтобы, а еще лучше, как бы в конце декабря уже 2018 года, все муниципалитеты понимали объем вот этой целевой финансовой помощи на 2019 год и могли проводить конкурсные процедуры по отбору подрядчиков на выполнение в зимний период, тогда, когда мы на площадку не выходим. А уже с первыми весенними днями, с хорошей погодой, уже был понятен подрядчик, уже был понятен график выполнения работы, чтобы это можно было все в оптимальные строительные сроки выполнять поставленные задачи и преобразовывать те деньги, которые у нас есть, в реальные хорошие объекты для жителей. Обсудили на совещании и уборку зерновых. Она, как прозвучало, близится к завершению. Убрано больше 2 миллионов гектаров. Это 98% всей площади. Собрано 8 миллионов тонн зерна при средней урожайности 37,5 центнеров с гектара. В 15 районах края уборку уже закончили.